Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке вот такая вот колбаска. Привет, кстати, всем, кто подписан на мой канал. Спасибо всем за поддержку. Значит, что в этой колбасе? В этой колбасе у нас... наверное, каждый сталкивался с тем, что когда в автомобиле между сиденьем и, допустим, консолью, как передней, там, подлокотником, как бы есть такая небольшая щель. Вот в эту щель как бы все нужное и все ненужное падает. Так вот, эта вот штука, она специально создана для того, чтобы исключить вот эти вот все падения. Поэтому лучше вот здесь ее раскрою, чтобы не порезать. Вот. То есть она вставляется как раз вот в этот промежуток между сиденьем и, к примеру, подлокотником и, соответственно, закрывает эту щель. Значит, вот сюда вот она крепится, чтобы она, естественно, не болталась. Вот здесь есть специальная прорезь. Сюда вставляется крепление ремня безопасности. И она как бы зажимается между сиденьем и передней консоли. Там дальше на фотографиях все будет видно, как она непосредственно устанавливается и как это все дело выглядит. Ребята, всем советую. Очень приятный кожзам. Свои функции она выполняет очень хорошо. Продаются они по одной штучке. Вот одна такая штучка стоит, имейте в виду, да, по одной штучке. Потому что как бы на фотографиях их две, а на самом деле продавец продает их по одной. То есть цена указана за штуку. Если будете заказывать, вам нужно будет две, вот мне нужна одна. Одна стоит примерно 100 рублей. Вот это я заказывал за 96. Она мягкая, как бы принимает любую форму. Вот, и главное, что она выполняет эту функцию, у вас там не будет никогда там никаких семечек, там потерянных ручек, зажигалок, которые выпадают у вас из кармана, и не надо будет лазить под, под сиденье, чтобы это все достать. В общем, кому интересно, ссылка будет под видео, значит, вещь очень интересная, полезная, всем рекомендую, советую. В общем, всем удачи, всего доброго.